И снова всем привет из Лобино. В этом маленьком селе Красноозерского района через 3 дня появится новая спортивная площадка. Построят ее десятки волонтеров из числа местных жителей и добровольцев из разных уголков области. А мы, телеканал ОТС, покажем это в прямом эфире. Позади половина первого рабочего дня. Расскажу вкратце, что уже сделано. Ну, во-первых, разобрали старую хоккейную площадку. Не знаю, сейчас видите вы ее или нет, но раньше там были доски, они были такими уже сгнившими. Их разобрали, сделали это очень быстро. Разобрали старые баскетбольные щиты. Сейчас остались только стойки. Щиты будут новые. И сейчас вы можете видеть, как работает грейдер. Он разравнивает площадку под... Разравнивает землю, простите, под будущую волейбольную площадку. Немного вмешался дождь в наши планы. Он где-то стопорил работу, но работа не прекращалась ни на минуту все эти 5 часов. Как это было, чему слова, смотрите сами. Как я уже сказала, сейчас основную работу на площадке делает техника. Грейдер равняет землю под площадку. Трактор увозит старую землю и скоро будет подвозить новую. Засыпем песком волейбольную площадку, потом разровняем хоккейную площадку, засыпем новой землей, чтобы она была ровная. Параллельно идут работы на стритбольной площадке. Вот как раз сейчас можете видеть, как волонтеры делают опалубку из досок деревянных. Завтра зальют бетоном, чтобы была как настоящая стритбольная площадка. Не на земле дети играли, а на бетоне. Кстати, среди волонтеров, если хорошо присмотреться, можно заметить Михаила Дорошенко, автора и ведущего программы «Весело в селе». Вот он помогает строить площадку и вообще всю нашу большую стройплощадку. Кто еще приехал в село Лобино? Подробнее расскажет Светлана Шевченко. Вот сейчас я вижу, что она готова пообщаться с кем-то из волонтеров, так что слово Свете. Ну что, у нас стройка идет своим чередом. Как вы видите, позади меня работает техника. И мы продолжаем вас знакомить с теми, кто же сегодня меняет село Малышево за 3 дня. И если вы думаете, что работает только команда крепких и сильных мужчин, то вы очень сильно ошибаетесь. Нашлось место, нашлись задачи для хрупких девушек. Со мной сейчас Елизавета. Елизавета, здравствуй. Здравствуйте. А рассказывай, откуда приехала к нам сюда? Из Новосибирска. Как узнала про поездку? Вконтакте подписана на Михаила Дорошенко, увидела запись на стене. Ну, решила, почему бы и нет. А как вообще решилась все-таки на такую поездку? Расстояние не маленькое, да и погодные условия, как мы видим, достаточно сложные, экстремальные. Вот с какой мыслью поехала? Что сделать готова здесь?
Ой, я вообще сейчас нахожусь в декрете, сижу дома с ребенком. Если честно, захотела отвлечься, потому что ребенок занимает практически все свободное и несвободное время. И сейчас ребенка получилось отправить бабушке на выходные, поэтому дома делать особо нечего, поэтому почему бы нет провести выходные с пользой. Скажи, пожалуйста, ты как мама в декрете, да, наверняка бывает такое, ну, да, я думаю, часто, что смотришь телевизор, да, как часто смотришь телеканал ОТС, наши какие-то проекты, может быть, следишь еще? Ну, вот, в основном, наверное, получается посмотреть телеканал ОТС, ну, раз в день какой-то сюжетик попадается. А их у нас очень много, как известно. Что касается задач, вот мы видим фронт работ сегодняшний, да, грейдер, разбирают старую хоккейную коробку. Что ты можешь сделать, на что ты готова? Я вот, насколько знаю, завтра, по-моему, у нас начнется, будут красить беседки. Что ты для себя, какие задачи поставила? Ну, Михаил нам уже вчера рассказал, какие будут у нас задачи сегодня. Пока у нас не было дождика, мы зачищали окна у школы. Когда разбирали коробку, мы зачищали дощечки с коробки. Но завтра, надеемся, что дождика не будет, и мы приступим к покраске. А что касается села Лобино, ты раньше знала про такой населенный пункт или вот впервые познакомилась с историей? Впервые. Ну, а вообще, насколько знаешь Новосибирскую область? Ну, я думаю, что благодаря телеканалу ОТС будешь теперь чуть подробнее разбираться в географии. И еще у меня к тебе вопрос, как к маме, возможно, будущего чемпиона, чемпионки, да? Почему такие спортивные площадки и такие проекты важны не только для мегаполисов, да, но и все-таки для отдаленных точек нашей области? Я вообще считаю, что спортивные площадки должны быть не только в больших городах, а и в селах, да? Даже в маленьких городах, и селах, и поселках, я считаю, что хоть какие-то маленькие, большие спортивные объекты должны в любом быть случае. Я вообще, если честно, не понимаю людей, которые не занимаются спортом. А ты занимаешься? Да. Каким? Я практически, можно сказать, всю жизнь занимаюсь спортом. С детства начинала с танцев, потом занималась карате, тайским боксом, сейчас занимаюсь пауэрлифтингом, жимом лежа. То есть ты вообще такой серьезный на самом деле участник стройки, да, можешь что-то и тяжелое поднимать. Ну, у нас есть кому поднимать тяжелое. Что ж, понемногу знакомимся с теми, кто работает у нас на стройке в селу Лобино. Ну и обязательно готовы вам рассказать о тех, для кого же идет стройка. Вот Лиза уже заговорила про школы. И сейчас более подробно смотрите материал моего коллеги Михаила Якимова о местной школе и о будущих чемпионах. На школьном стадионе в Лобино часто играют дети. Мяч дала директор. Светлана Петровна знает, ребята ответственные, поиграют, вернут. В должности она всего год, но про Лобино, а особенно про местную школу и детский сад, знает абсолютно все. Когда я закончила эту же лобинскую школу, я тогда для себя после 10 классов решила, что я жизнь свяжу с воспитанием детей. Но мне нравится, и до сих пор у меня душа лежит к маленьким деткам, к детскому саду. Вот. И поэтому я выбрала профессию воспитатель детского сада, закончила Карасунское педагогическое училище. Работала в детском саду, но попала под сокращение, и вот так вот, поэтому я много лет отработала техничкой в школе. Потом решила получить высшее образование, закончила педагогический институт. Лаборантом перешла, после лаборанта в учителя, потом зама и директором, заведующей детским садом и директором школы. Наша школа большая, построена давно, нашей школе 41 год. На данный момент в нашей школе обучается 90 детей, но 75 наших местных, а примерно 15 детей у нас из социально-реабилитационного центра. Три ребенка есть подвоз, подвозят из села Аксенихи, которое рядом расположено. Три мальчика, три парня. В этом году они учатся в 11 классе. Спорт дети нашей лобинской школы очень любят. Любят ходить на лыжах. Когда заливалась хоккейная коробка, любили играть в хоккей, в
форма хоккейная была. Есть она у нас, хоккейная форма. Стадион, насколько ждут ребята, может быть, что здесь все изменится? Разговаривали? Я так думаю, лобинцы все ждут. Мы тоже его ждем. Во-первых, это спорт, это здоровье для детей. Дети будут и на уроках физкультуры заниматься спортом здесь. Тем более будет красивая площадка, современная площадка. Степан умеет играть в хоккей, но больше всего любит волейбол. Слова директора полностью подтверждает. Они с друзьями с нетерпением ждут, когда преобразится школьный стадион. У этого много изъянов. Сетки нету. У нас одна сетка для спортзала и та же самая сетка на улицу. Ее сюда не вывешивают, потому что мы чаще всего играем в спортзале. Когда позовут ребята играть в футбол, я сюда прихожу и играю. Но здесь играть неудобно сейчас. Здесь неровное поле, и бывает мяч подскакивает. И плохо пасоваться. Своих средств в селе недостаточно, чтобы реконструировать стадион и приобрести дополнительные комплекты сеток для волейбола, баскетбольных корзин и футбольных ворот. На те, что есть, постепенно меняют окна в школе. А вот своим трудом жители Лобина готовы помочь с удовольствием. Здесь работы не боятся, как пример, рукотворный пруд за школой. Когда-то, очень давно, этот пруд выкопали руками наши односельчане. На конях вывозили эту землю вот с этого ямы, вывозили, вот решили для села, что должен быть пруд. Вот это. И его руками, это очень давно. Он зарос, заброшенный был в 90-е годы. Потом школа предложила дети, чтобы очистить этот пруд. Мы собрали все бутылки, мы собрали все коряги. Нет сомнений, что и обновленный стадион ответственные жители Лобина будут содержать бережно и ухаживать за ним. Ну что ж, спасибо моим коллегам за эти занимательные интервью и сюжеты. Мы продолжим знакомить вас с волонтерами, жителями и историей села Лобина в наших следующих включениях. Увидимся через 2 часа в 17:00 на телеканале ОТС и ОТР. Вот снова пошел дождь, но будьте уверены, он нас не испугает и свою работу мы не остановим. До новых встреч!